Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, и сегодня у нас будет охота на зомби в игрушке Zombie Buster Advance. Что я знаю об этой игрушке? То, что это Tower Defense и, собственно, больше ничего. Поиграем, увидим. Играть. Слотик первый. Зомби. Зомби. Они повсюду. Злые, голодные, опасные зомби. Есть выжившие, да? И один какой-то смельчак хватается за трубу и говорит: «Я сейчас всех их перебью». Возможно, это наш главный герой. Да. А, просто люди хотят есть, они изолированы. Они изолированы, а зомби просто захватили все, наверное, супермаркеты. Да. Он пытался что-то схватить, чтобы прокормить выживших. И... да. И споткнулся. Споткнулся при попытке к бегству. Зомби, да. Он хотел его сожрать, но тут бабах. И кто это был? Это наши смелые и отважные охотники на зомби. Наверное, это они. Наши главные герои. Ну что ж. Стадия первая. Стадия первая – это, похоже, наш супермаркет, да? Супермаркет, где хозяйничают зомби. Так, это... воин, да? Солдат, который стоит 100 энергии. Зомби, старт, жизнь. И это, собственно, энергия, которая восполняется, может быть, автоматически. Это что такое... за пипеткой? Непонятно. Ну ладно, нажмем старт. Я думаю, что игрушка может быть начало волны. Может быть, надеюсь, что и прояснит все. Защитите двери от зомби любой ценой. Любой ценой? Нет, ну цена бывает очень дорогая. Вам нужна энергия, чтобы размещать бойцов на поле боя. Требуется соточковая же энергия. Хорошо, все понятно. Разместите бойцов в лифте, чтобы начать защищать. Окей, все понятно. Вот, вот и атака. Атака прожорливых и опасных зомби началась. Так, 120 энергии я могу взять и поставить одного бойца, да? Ready, он готов. 24, 25, отлично, новое, что это такое? Обычные зомби, практически не представляющие угрозы. Практически не представляющие. Средние, наверное... скорость движения, хпшки у них 200, брони вообще никакой. Я какие-то мотивы знакомые слышу. Ну да ладно. Ну, конечно, наблюдается какое-то сходство с определенной игрой. Ну ничего, это ж неплохо. Итак, 80, 90... зомби. О, готов. Готов второй боец. Yes, отлично. Есть, yes, сэр. Ну вот теперь дело пойдет. Последняя волна. Уф. Последняя волна. Самая волнительная волна. Это не опасные зомби. Ну что с них взять, а? Они даже до серединки, наверное, не дотопают, как развалятся. С опытными-то бойцами. С огнестрельным оружием. По 25 хпшки. У-у-у. Это их много. Смотри, как кучненько идут, а. Прям слышно эти мотивчики. Ну да ладно, не будем прислушиваться. Огонь, 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 огонь. Сколько там? 90, соточка, еще третий боец. Отлично. Третий стрелок. То есть у нас, смотри, может 6 вариантов бойцов, наверное, будет. Возможно. А может даже и больше, кто его знает. А может и не больше. Победа? Победа? Конечно, победа. Победа. Цена такая победа не очень, конечно, великая. Награды 500 монет. Там... ух ты, подожди, подожди. Генерал, генеральские погоны. Вот это да. Сразу прям медаль. Генеральские погоны, заработано значков. Что это? Значок курка. Выстрел. Что это такое? Место, где все пытаются найти средства для выживания. А также первое место, где были обнаружены зомби. Берите команду и исследуйте эту зонду. Хорошо, подожди.
где восклицательные знаки, там, наверное, требуется внимание. Итак, улучшайте бойцов, надевая значки. Это у нас атака, это может быть скорострельность, это энергия, это не пойми что. Время какое-то, может восстановление. О, урон, скорость, цена, вот же все написано. Время, 30. Наверное, время восстановления. Когда доступен становится стрелок. Цена, скорость 1,5, 2,5. Так, подожди, у нас есть значок. Если я этот значок экипирую, то у меня что получается? Ничего у меня не получается. Двойной выстрел, что ли? Может, шанс какой-то двойного выстрела? Может быть. Ну, как бы урон, скорость и цена, как бы здесь ничего не изменилось. Ну, ладно, будем считать, что это. Ну, а может и нет. Хорошо, пойдем дальше. Ресурсы. Используйте медали, чтобы улучшать ресурсы. Окей. Что у нас есть? Квантовый реактор. Повышает количество производимой энергии. Вот это, наверное, неплохо. Это даже очень хорошо. Дальше. Народная любовь. Повышает количество начальной энергии. О, это тоже неплохо. Народная любовь. Ее надо заслужить. А тут она покупается за медальки. Ну, правильно. Много медалей, больше народной любви. Ускорение повышает скорость генератора энергии. Так, скорость генератора энергии, это что значит? А, ну быстрее, наверное, производит энергию, да? Повышает количество очков здоровья, ну это понятно, это хорошо. Повышает урон и скорость бойцов, тоже неплохо. Снижает перезарядку гаджетов. Что это такое? Бонус за отставку. Возвращает немного энергии после удаления бойца. Понятно. Снижает время перезарядки мины. Будут и мины. Скоростной лифт снижает время перемещения лифта. Время перемещения снижается. Ладно. Я не знаю, что это как бы тут все. Вот единственное, что мне очень понятно, это вот это. Я, наверное, остановлюсь на народной любви. Вот так. Ну что, стадия вторая. Стадия вторая. Всего этажей 2, всего волн 3. Награда 1000. Первая зачистка. Медаль, оценка. Вопрос. Ладно. Опа. Агент. Агент, который знает, как разобраться с бронированными зомби. 8. Атака быстро стреляет. 100 единиц энергии. Новый боец. Итак. У нас второй этаж. Чтобы открыть лифт, нужно 50 энергии. Угу. Что это вот такое за штучка это? Джойстик какой-то. Непонятно. Но это дверь. Дверь, которую нам нужно охранять. Я так понял, что у этих дверей есть единицы жизни. Ладно. Старт. Старт. Поехали. Начало волны. Начало войны. Броня защищает зомби от прямого урона. Каждая пуля уничтожает одно очко брони. Каждая пуля... О, с кастрюлей на голове. Они молодцы, зомби, не дурачки. Вот эти вот, смотри, совсем не глупуши. Надели кастрюлю и думают, что они бронированы. А у нас появился агент, который хорошо справляется с броней. Alright. Но, блин, урон у него такой слабенький и дохленький. Единственное его преимущество — это скорострельность. Каждая пуля быстро Блин, я не знаю, я чувствую опасность. Подожди, новая. Обычный зомби практически не представляющий. Ну, конечно, практически не представляющий. У него броня. Так, у меня боец. Yes, sir. Yes, sir. Слушай, полтинничек и следующий этаж открыть. Надо, наверное, как-то... Если сейчас пойдут наверху, это будет проблема. Ладно, собираем бабосики, то есть копим энергию. Копим энергию. Зомби рычат. Ну, рычи, но... Готово. Волна отбита. Защитите. Зажмите левую кнопку мыши и переместите. Я могу бойцов, это, в общем, лифт. Подожди. Также вы можете покупать новые лифты, используя энергию. Ну, это понятно. Это мы как бы понятно. А ну-ка, подожди.
Опа, девчулька какая, вся на позитиве. А ну-ка, опа, переместили. Так мы не будем даже и покупать его, мы будем просто перемещаться и все. Конечно, если зомби будет не так много. Так, у меня есть... Давай-ка вот этого ставлю, я думаю, что это будет более эффективно. Он не так скорострелен, но достаточно мощный урончик. Хотя, может быть, у него там двойной выстрел когда-то, может... Нет, да проскочит. Поехали вниз. А, вот это, наверное, скорость. Я сейчас лифт не могу перемещать, потому что. Еще время не пришло. Ну, тогда я покупать ничего не буду. Я думаю, что мы и так справимся. Что... В поисках мозгов со скидкой. Цыпочка на цыпочках. Быстрое перемещение. Это ее конек. Быстрое перемещение. Последняя волна. Ну, поперли. А вот теперь я, наверное, пожалуй, куплю. И бойца сюда посажу. All right. Знаешь что, мы, наверное, вот так сделаем. Пускай он, наверное, стреляет здесь. Вверху волна наиболее опасной. Опасней. Черт. Заставляют меня нервничать. Ладно. Как-нибудь продержимся. Главное, чтобы они... Еще немножко. Когда он перебьет вот этих, мы сразу заменим. Есть боец готов. Соточка. Давай поехали. Ставим сюда. Скорее же. Слушай, давай так, я думаю, что они и так с ним расправятся. Черт. Они уже близко. Ух ты, вот это что, это бомбочка. Почти что газонокосилка, да? То есть один раз нам дается шанс. Генеральские погоны, деньги, все такое, значки, усиление скорости, снижение времени. Ну ладно. Снижение времени. Отряд. Усиление скорости. А кому бы... Скорость не помешала. Усиление скорости. Может, ему? Хотя я думаю, что стрельбуну она будет наиболее нужней. Время? Время это такое. Поставим. Поставим пока так. Ресурсы. Еще одна медаль. Давай еще любви. Еще любви. 170 сразу в начале. Конечно, третья миссия, поехали вперед. Вы можете отпустить бойца, используя соответствующую функцию. Ага, ну хорошо. Взрывается, наносит урон по площади. Ух ты ж, динамит. Динамит появился, отлично. Также два этажа, полтинничек стоит, два бойца. Две волны или сколько, три, поехали. Начало волны. 170 сразу энергии дается. Это уже хорошо, потому что почти сразу я могу поставить двух бойцов. Практически мгновенно, да еще могу взять и посмотреть, как это рвется. Небольшая задержка. Ничего. Она совсем небольшая, но его просто разнесло. Готово. Новое. Зомби могут перемещаться вверх, вниз на один этаж. Ух, ничего себе. Зомби любят кататься на эскалаторах. Молодцы какие. Поехали. Опа, они вверху, да? Поехали. Поехали наверх. 60. 70. Копим. Взрывчатка готовится. Взрывчаточка, огонь. Бубух. А знаешь что? Наверное, все-таки выгоднее взрывать, когда они не в броне.
Потому что когда я взрываю, мне кажется, снимается только единица брони. Возможно. Надо будет еще проэкспериментировать с этой взрывчаткой, точно это или не точно. Опа, боец готов, боец готов. Опа, цыпочка побежала. Бубух. Готово. Не, ну сейчас всех перебьем. И потом наверх. И потом наверх. Наверное, нужно покупать, да? Наверное, нужно покупать. Хотя не знаю. Пока собираем, пока собираем. Сейчас небольшой тест. Блин, он... Вот этот... Да, я снял только единицу брони, похоже. Бомбу, наверное, выгоднее все-таки применять, когда нет брони. Так, секунду. Вот это мне не нравится. Yes, sir. Поехали. Цыпочки эти. Едь наверх, цыпочка, там тебя встретят. Слушай, давай меняться местами, наверное. Ну, опять же. Бубух. Да, всего лишь чуть-чуть брони. Взрывать их нисколько не выгодно. Так, ничего себе, ничего себе, ничего себе, меняемся. Поехали здесь. Ну, у нас еще это есть бомбочка, так что... Они все наверху, они все наверху. Уху-ху-ху-ху, ничего себе. Не понял. Готово? Победа! Куча денег, куча народной любви. Опа, патрончики, генеральчики. Снижение цены. Ага, неплохо. Итак. Отряд. Отряд. Сменить. 1,5. Это уже второго левела значок курка. То есть шанс, наверное, двойного выстрела увеличивается, да? Ладно, давай тогда это уберем, это поставим. Снижение цены, наверное, тоже будет произведено. Двойной выстрел. Ну, давай-ка этому тоже чуть-чуть что-нибудь поставим. Почему бы и нет. Ресурсы. Народная любовь. А, все. Народная любовь теперь подорожала. Она стоит уже две медальки. Тогда ладно, перекинемся. Хотя, может быть, подожди, может быть, мы пособираем, чтобы было народной любви побольше, чтобы сразу можно было два бойца оставить. Да, я, наверное, пока что попридержу эти ресурсы. Четвертая стадия, вперед. Три этажа будет, ого. Канонир, огромный бугай с базукой, который наносит урон по площади. Скорость средняя, урон огромен. Стоит дорого. Ладно, канонирчик, посмотрим старт, на что ты способен. Ну, урон по площади. То есть, где там кучкуются зомби, вот туда ему самое место. Так, давай-ка вот так. Я не пойму, зачем вот 1, 2, 3? Что это такое? 1, 2, 3. Почему так 1, 2, 3? Просто. А ну-ка, бубух. Бубух сделаем. Давай сюда. Не знаю, этого ставить или не ставить. Или подождать. Давай, пока бронированных нету. Yes, sir. Да быстрее ты его убивай. Нам нужно срочно на нижний этаж. Тут один прорваться хочет. Черт, лифт еще не способен. А вот тут, наверное, бугайчик может быть и был бы кстати, да? Но денег стоит дорого. Может, я сейчас вместо него и куплю. Вместо этого бронированного. $132. А ну-ка, пошли. Давай. Сделай их. Черт, кастрюлеголовый.
Бубух. Ну тут как ни крути, все равно, ну, урон огромен, да, но броню только снимается одна пулька. Да-да, урон по площади, да? Не, ну неплохо лупит. Неплохо дядька лупит. Слушай, эта цыпочка сейчас к нам прибежит. Давай так, бумс. Что там по деньгам? Давай сюда. Слушай, давай вот так меняем. Здесь так кучненько идут. Как раз я думаю, что канонир может быть кстати. Бубух. А этот может даже один исправиться с этими зомбярками. Еще, может быть, поможем, чем сможем. Все, давай там сам расправляйся. Последняя волна. Чего это как-то неразбериха, неразбериха какая-то. Так. Так, мне этого бойца надо сюда. Бумс. Так, ничего себе, ничего себе. А ну-ка меняемся местами. А ну-ка меняемся местами. Это как-то напряжно прям становится. Прям как-то напряжно. Давай сюда, поехали. Чёрт. Кого взрывать? Бумс. Так, канонирщик. Лифт, лифт, лифт на подходе. Так, ну ладно. Нет, ну мы победили, но просто хотелось бы так чистая победа, чтобы даже они не дошли до этого красного шарика. Но оно так, наверное, и получится. Так, ничего себе, сколько коробочек. Итак, усиление скорости. Выстрел, энергия, время. Так, хорошо. Тогда мы сейчас еще... Это уберем, понятно. Это можно их ставить две. Я думаю, что вот усиление скорости, может быть, будет даже кстати этим парням. Хотя это такой маленький процент, что навряд ли мы его там заметим, да? Допускай. Так, а этому снижение цены всего лишь на 1%. Ладно, вот так поставим. На какое-то время первое. Ресурсы. Вот. Давай, народную любовь. Вот так, хорошо. Гаджеты. Открылось. Используйте золото, чтобы улучшить гаджеты. Динамит. За 5000 он будет наносить больше урон. Отлично, покупаем. За 10 будет еще больше. Все стоит денег. А, ну ладно, с этим мы... Стадия 5. Стадия 5, всего этажей 3, всего волн 3, награда вперед, понятно. Набор энергии. Мгновенно добавляет энергию. Ух ты ж. Аптечка. Восстанавливает немного здоровья. Мгновенно очищает один из этажей. Ух ты ж. Временно восстанавливает всех зомбей. Сколько всего нам надавали полезного, а? Сколько всего вещи. Производит 250 энергии. Это что, не столько стоит, что ли? Ого.
Слушай, это очень ценный ресурс. 25 тысяч? 50? Ну, тогда лучше, знаешь, тратить их только в крайний просто момент. Это дорого стоит. Вот эти вот бесплатные восстанавливаются, чик-чик и все. Так, ну что, старт? Старт, поехали. Начало волны. Ну, на это даже я, наверное, пока не смотрю. Денег дорого, дорогущая вещь. Так, поехали. Поехали. И сразу броньку снимать будем. Сразу будем снимать броньку. Может, канонира добавить? Не знаю. Может, какую-то группу составить, чтобы два здесь канонира было. Они прям будут разрывать, не знаю. Как лучше... Подожди, время. Опа, чик-чик-чик. Ну, что-то коротко, так медленно. То есть, быстро. Быстро-быстро все это время закончилось. Слушай, здесь надо вот так. Здесь надо вот так. А здесь надо менять, наверное. А здесь надо, может быть, и бомбочка. Так, один у нас просто так бездействует. Хоп, и сразу там сколько брони. То есть энергии. Но это только на крайний момент. Очень дорогое удовольствие. Очень долго восстанавливается. Очень долго замедлялка восстанавливается. Ух ты ж, кто это такой? Подожди, новая. Толстяк. Жир действует наподобие дополнительного здоровья. Конечно, 900 хпшки. Но медленно идет. Но медленно идет. Но этот ему ничего не сделает вообще абсолютно. Да. Блин. Так, давайте наверх. Что-то здесь какие-то проблемки наблюдаются. Так и тянется рука запустить чего-нибудь. Но нет, будем ждать. Сколько там? Ну быстрее, 99 стоит. И кастрюлеголовый. Только не надо взрываться, вот так. Готов. Ух, так, давай наверх, ребята. Ух. Целостный отряд, целостный. Так, а вы сюда поехали. Что там, скоро они пройдут уже? Последняя волна. Да подождите, какая последняя? У меня еще тут журабасик идет. А вы уже последнюю запускаете. Вы что творите? Бу-бух. Блин, канонира надо было. Канонира надо было делать. Он бы их разорвал. Чё так эти быстро бегают? Я не понял. Почему они так быстро бегают? Ну, на канонира надо было собирать деньги. А я хотел же побыстрее все. Так, ребят, здесь смотри, что происходит. Так, ну этот кастрюлеголовый, ладно, взорвется. Давай вот этого добейте, маленького. Вот так. Быстрее сюда, на этот этаж. Бу-бух. Ух, и дошли даже. Ничего себе, победа. Победа. Значки, медали, погоны. Так, отряд. Ладно, я все-таки на вот этого пока... Это уберу, это ему поставлю. Пускай он будет самый скорострельный. Что тебе? Ну ладно.
Ну, не знаю. Пускай так. Ну, и для тебя что-то найдется. Ладно, пока выставим, что есть, а потом будем уже, может быть, регулировать. Ресурсы. Квантовый реактор повышает количество производимой энергии. А может быть, все-таки урон? Давай, урон. Не намного, но поднимем. Хотя бы на единичку. Гаджеты. Машина времени. Временно восстанавливает всех зомби. Длительность увеличивается. Ну давай, ладно. А что такое миссии? А, миссии это такое. Статистика, да? Хорошо. Стадия шестая. В стадии Синбая, смотри, какой-то этот самый будет. Главарь. Четыре этажа. Ого. Четыре этажа. Леди Баг. Стильная девушка-агент, которую вы уже где-то видели. Обездвиживает зомби на короткое время. Стреляет быстро, урон в принципе нормальный, стоит дорого. Обездвиживает. Обездвиживает. Ну ладно, старт, поехали. Так, ладно, давай сюда. Давай сюда. Ну это же прям, конечно, много этажей. Много волн, много этажей. Останавливаем. Всего лишь 2 секунды. 2! Так, броню снимай и будем взрывать. Чтобы было как-то побыстрее со всеми ними. Опа, девчулька побежала. И жиробасик. Ладно, меняемся этажами. Кстати, я сейчас вашу команду, вот Леди Баг эту поставлю. Она задерживает? О, да. Чуть-чуть магнитит его. Чуть-чуть магнитит. Совсем немножко. Надо добить, пока волна не началась. Пока не начались волнения. Так, готов. Поехали вниз. Ой, сейчас они переедут вверх, наверное, да? Не, пока не хочет. Броньку снимаем. Так, поехал наверх, и мы за ним. Что там по деньгам? 102. Давай-ка сюда становись. Я думаю, сейчас в эту компашку мы поставим этого здоровяка. Канонира. Да, только когда мы денежки насобираем, я не знаю. Может быть и не поставим. Может быть и нет. Давай вот так меняем. Этажность. Ну. Не, ну как бы пока все хорошо. Пока все хорошо. Денежки есть, но на канонира пока не хватает. Так, поехали сюда. Хватает. Окей. Бубух. Задержали их немножко. Так, ладно, неплохо. Что будем делать? Наверное, надо поменять этажность. С этим как-нибудь мы сами уж-то... Может, взорвем его. Осталось совсем чуть-чуть. Черт, сколько денег. Ну, быстрее сделайте что-нибудь. Так, давай сюда. Поехали сюда. Так, надо этого добить. Иначе он может все испортить тут. Они пошли сюда. Чего додумали? Уже последняя волна? А я все никак.
Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, что-то я начинаю нервничать. Знаешь что, давай сюда, поехали вниз. Надо девчонку эту убирать. О, господи. Что она творит, а? Все, она взорвалась, что ли? Блин. Ничего себе. Ничего себе плотность огня. Так, этих нужно убирать отсюда. Этих нужно убирать вот сюда. Опа, жизнь ушла. Жизнь одна ушла. Задержка. Еще одна жизнь ушла. Слушай, давайте сейчас взорвутся. 12. Еще жизнь ушла. Так этот взорвался. Блин. Минус. 10 у меня осталось. 9. Ух ты ж. Победа, но какой ценой? Коробочки. Капитан. Ну конечно, конечно, не генерал. Разве так генерал поступают? Генералы бы все сразу все сделали, чтобы чик-чик, и никто бы до двери даже не дошел. Ну ничего, мы переиграем как-нибудь, может быть. Отряд. Сменить. Урона может добавить тебе. Давай-ка это уберу, урон добавлю. 4% это все-таки двойной выстрел, еще неизвестно будет, не будет, а вот так, наверное, сделаем. Уберем. Канонирчик. Ну, давай поставим так тебе. Может, цена? Сделаем чуть поменьше цену. А тебе что, дамочка? Энергия достанется? Может, двойной еще? Ах, ресурсы. Урон и скорость. Добавим. Урон и скорость, и у нас новая стадия. Новая стадия. Стадия 7, 5 этажей, ничего. Волн всего 0, награда 5. Поехали, посмотрим. Наносит урон зомби, когда они наступают на нее. Очень интересно. Ну что, готовы? Начало волны. Так, что мы ждем? Что мы ждем? Начинаем. Скелеты. Подожди, новая. Ищет свежие мозги для получения питательных веществ. Бронированный. Жизни нет, у него только броня. О-о-о, тогда нам нужен ты. Чтобы снимать броню. Куда поехал? Куда поехал? Стой, скелет. Задержали. Ну ладно, давай пока по низу. 96. Ну, сделаем универсальную группу. Так, пошли сюда. Давай, ты сюда остановись. Шипы. О, неплохо, неплохо. И восстанавливается, в принципе, не так долго. Так, наверх, 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 наверх. Чего ждете? Восемьдесят шесть. 106. Ну, пускай, 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 пускай пока стреляют.
116. 15. А так здоровье у нас восстанавливается. Я думал, это переходит десяточка, но нет. Так, давай становись Леди Баг. Тут я не пойму, тут нет ни волн, ничего нет. Просто бей их и все, да? Получается так. Шипы. Получается так. Взрыв. Бубух. Так. Нужно что-то делать. Быстро меняем. Когда победа-то? Когда уже победа? Давай громилу поставим. Внимание! Что случилось? Ничего себе! Ого, какие у него мускулы! Гамма. Гамма, мама, гамма пришел. Что за гамма? Гамма, генетически модифицированный, вероятно, крепкий зомби. 9500 жизней, но медленный, брони нет. Гамма пришел. О, давай для гаммы, вот смотри, вот эти штуки. Может быть, сейчас мы и будем пользоваться, а? Давай-ка, знаешь что, один разочек прям намотаю себе чего-нибудь. Ready. Давай вот так вот. Вот так. Все для гаммы, смотри, бомбочки для гаммы. Это что у него такое, щит какой-то? Меняемся местами, ребята, меняемся местами. Так, девчулька наверху побежала. Девчулька, остановите девчульку кто-нибудь. Давай сюда. Так. Блин, давайте вниз. Как-то что-то мне это все не нравится. Так, полтинничек, давай сюда поехал. Полтинничек профукали, но ничего страшного. Так, здесь, смотри, меняемся местами. Стоит такой отряд, вообще бездействует. Гамма, даже пол хпшки еще не у него, не это самое. Блин. Что делать? Если что, крайняя мера, вот эта вот вертушка. Если что, вертушка. Подожди, давай сюда. Здесь кастрюлеголовых много идет. Здесь много кастрюлеголовых идет. Ну, смотри, блин, ну, даже до половины он не дошел, но и хпшки еще... Но хпшка будет дальше снижаться больше, потому что интенсивность огня будет вестись намного плотнее, поэтому как бы должно все хорошо получиться. Задержали. Взорвали. Вот, половина уже хпшки есть. Значит, все нормально. Надо деньги копить, покупать вот эти вот картишки. Так, нужна помощь на верхнем этаже. Так, что-то мне это все расстраивает. Постой, давайте сюда. Блин. Как-то все плохо. Вот эти вот просто окружили, не дают мне пострелять по этой гамме, маме. Надо их убирать, этих мелочь. Они просто закрывают все. Обзор. Сколько у меня уже денег? Куча, а я не этих самых не выставляю. Давай, понеслись.
И этот самый тоже, ширяйте его. Ну, давай. Скорость атаки. Тут понаставлял двоих этих, ладно. Может, канонира сюда, чтобы как дал, а? Ну давай, канонир, давай, поехали. Ты ж вроде как бы сильнее бьешь. Так. Он прям близко уже. Он прям уже близко. Время. Остановили. Они сейчас перекроют гамму-маму. Бомбочка. Так, огонь. Пошли сюда. Ну, шипы. Бомбочка. Давай сюда вниз. Ух ты ж, все, разорвали гамму и все, и все попадали. Ну и хорошо, победа. Кучу денег. Значков. Капитанские погоны. Ну ладно, пойдет. Не всегда же быть генералом. Стадия 8. Ух ты. Люди, которые пытались в спешке покинуть город, застряли здесь и обратились в зомби. Не дайте вспышке вируса распространиться по всему миру. Неплохо. У нас продолжение, у нас новое это самое, да? Можно менять теперь. Новые монстры, наверное, гаджеты и все остальное. Ну я, наверное, на этом закончу знакомство с этой игрушкой. Ну... неплохо. Для разнообразия. Спасибо, что смотрели, и пока-пока. До новых встреч. Пока.